Новый сорт яблок папа назвал в честь мамы. Милая Болгария. Я спасу милую Болгарию. Я выращу новый сад. Таки везет мне на жильцов. Все образованные. Вон в соседней комнате профессор живет из Смоленска, а в другой кинорежиссер. А здесь вот писатель жил. Семен Курочкин. А кого подозревают в его исчезновении? Меня. В эту тетрадь я записываю только самые сильные и самые яркие события, которые до сих пор вызывают волнение. Старой России больше нет. Революция! Как продвигается ваше расследование? Курочкин.